В апреле в Краснодаре стартовала краевая экологическая акция «Экопоезд волонтеров мира». Она приурочена к году экологии в России и проводится в преддверии 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. В рамках акции волонтеры проводят экологические десанты в заповедных и памятных местах в каждом районе Краснодарского края. Садят деревья и кустарники, чистят парки, облагораживают территорию, выполняют важную миссию в сфере экологического просвещения жителей Кубани. Акция направлена не только на то, чтобы посадить деревья, направлена более на то, чтобы вы обратили внимание к экологии. Именно вы, молодежь, пропагандировали среди своих сверстников культуру, уважение к природе и передавали это, скажем так, не только сверстникам, но и, может, даже старшему поколению. Поэтому все в ваших руках, берегите ее для себя, она на самом деле красивая, бесценна, и за ней необходимо ухаживать. И спасибо огромное району Славянскому, главе Роману Ивановичу, за то, что поддерживает такую инициативу, и, в общем, «Экопоезду жить» вперед. Экопоезд побывал уже в 15 городах и районах края. На этой неделе волонтеры сделали свою остановку в Славянске на Кубани. Экологическую эстафету славянцам передали активисты Темрюкского района. Я думаю, основная задача – наполнить наши сердца любовью к природе, любовью ко всему хорошему, чтобы высаживали скверы, парки, чтобы мы с вами дышали свежим воздухом, чтобы мы с вами думали о здоровом образе жизни – и сами думали, и вдохновляли на это все своих близких, друзей, родных. Поэтому я только поддерживаю эту акцию, пусть она продолжает свое движение не только в Славянске на Кубани, но и в других городах нашего края и нашей родной страны. В рамках акции ребята из Славянского и Темрюкского районов вместе высадили саженцы на аллее любви, после чего отправились для наведения санитарного порядка в Северный парк. Анна Монастыренко, Александр Косицын, Александра Тимовская, программа «События».